Друзья, у нас сегодня в нашей школе необычный день. К нам приехали сразу не один, а даже два артиста. И сейчас вашему вниманию я представлю первого. Здрасте, можно? Олег Яковлев, самый настоящий. Здравствуйте, здравствуйте, Михаил. Я Олег, просто вот и все. Я пою песни хорошие всякие, до Полины Пухи, Снегирей. Я вам скажу так, что все у вас будет хорошо. Вы знаете, что вы боги? Да, вы не знаете. Secretly we are all gods. По секрету мы все боги здесь на земле. Но не все об этом знают, вот какая штука. Французы говорят, Dieu s'en raison et удалялся в па. Боги это люди, но они об этом не знают. Если мы умеем смеяться над собой, гордыня не накроет всех нас своей звездой. Опа, Джигурда! Давай, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, они получились неровные, конечно, ребята. Хорошо, давайте вспомним ритм. Сделаем идеально ровный круг на счет три. Раз, два, три. Селфи пати! Селфи пати! Как поют, Олег? Отлично. Нет, сам говорят точно. Первая ноточка нормальная. Вверх, еще сразу, еще и шоу элементы. Вообще отлично. Все, давай, девчонки, радуйте. Поехали! Вяло! А может, это сделаем? Да. Снимем? Половинку, да нет. Половинку наверх сделать. Это же в самом деле юные боги, которые будут продолжать великое начинание Примадонны. Я посмотрел школу Алла Борисовна, и это что-то невероятное. Я мечтал бы, чтобы в моем детстве была такая возможность. Мастер-класс, все, я думаю, дети запомнят, что они боги. Secretly we are all gods. Swag! Ну вот как-то так. Просто есть все, есть высочайшие профессионалы. Здесь очень, очень комфортно, здесь очень хорошо. С детьми я вообще мечтаю спеть с детским хором. По-моему, это будет очень здорово, драйвово. Тут детишки, на самом деле, талантливые собраны. Я думаю, что у них будет большое, огромное будущее. Медленно минуты уплывают вдаль. Встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлое немного жаль, лучшее, конечно, впереди.